вона дуже такий цікавий керівник. Її дуже поважають ці учасники хорового колективу. Вони дуже зацікавлені, дуже бажаючих таких, що і зараз хочуть записатися. Ну, не кожного беремо, да, якщо він має такі творчі здібності, щоб приймати участь в такому цікавому творчому колективі. В Татьяне Анатольевне мне нравится ее энергетика, она очень добрая, теплая, ну, как огонь, мне так кажется. Но студенты боятся, на самом деле, ее, но очень уважают, это правда. Мабуть, немає людини, яка б не любила та не слухала музику, і тому ми вирішили запросити у програму «Просто люди» людину, яка безпосередньо з нею пов'язана. Це хормейстер, диригент і також керівник Народного жіночого академічного хору імені Світлани Фоміних Тетяна Островська. Мы приехали, полхора заболела, там очень холодно было в Германии, 6 градусов, 11, а мы приехали из тепла, и, конечно, физически было сложно, но там пели наши души. И это отметили все, потому что подходили композиторы вот из Великобритании. Я когда слышу ваш хор, я слышу не просто музыку, там аккорды, я слышу космос вокруг. Какие ваши любимые места в Николаеве и где вы любите вот гулять и отдыхать, чтобы душа отдыхала? Ну, для меня душа отдыхает в храме, наверное, так. А любимые места, их очень много. Это, конечно же, сухой фонтан, это, конечно же, набережная. Я люблю воду, я люблю реку, я не понимаю, как люди могут жить в городах, где нет источника воды. И для меня, конечно, река – это отдушина. Вот когда тяжело, приходишь, посмотришь на воду, и все уходит. Вот. Очень красиво, когда тополиный пух падает, вечером пройтись вот по Плехановской в сторону яхт-клуба. И там, когда солнце заходит, оно поворачивается и освещает прямо улицу Плехановскую. Вот рельсы, и этот падающий пух, он горит прямо на солнце. И это такое удивительное. Обычно выходной день, когда тишина. Вот в нашем городе по воскресеньям наступает удивительная тишина, вот тишина всего мира, когда действительно можно оценить какие-то мелкие, но очень важные составляющие нашего бытия. То есть уметь ценить каждую секунду и каждую секунду мира, покоя, счастья. Это очень важно. Я училась в физико-математическом классе и получала большое удовольствие от алгебры и геометрии. У нас были замечательные педагоги в 19-й школе. Вот Зинаида Яковлевна. Я очень прикладная математика, это тоже очень интересно. И это, в принципе, я вот такую музыку могу сравнить, когда говорят, вот объясните, вот чем отличается вот битва хоров от того, чего вы поете. Ну, это можно сравнить с уровнем человека, который выучил, что 2 + 2 = 4, и попытаться ему доказать теорему Ферма или гипотезу Пуанкаре. У нас в хоре нет людей, которых можно заменить. Вот если этот человек в чем-то одном слабое звено, то в другом произведении, в другом саунде без него никак не обойтись. Мы работаем совершенно в разных жанрах, мы поем музыку и разных эпох. Это и барокко, это и романтизм, это и классицизм, это и духовная музыка. Мы пробуем эклектику народную, пробуем вводить фольклорное звучание, естественно, модерн, современная академическая музыка. Ну вот. И оно, разные жанры, разные стили требуют разного подхода к звуку, требуют разного звукоизвлечения, разного звуковедения.
И, к сожалению, у нас не так много бойцов, которые в состоянии работать совершенно различных манерах, вот, без проблем. Ну, вот. Но есть как бы взаимодополняемость, и это очень ценно. В вашей семье кто-то еще связан с музыкой или только вы вот? У меня сестра-близнец закончила Киевскую консерваторию. Да. Она монахиня Одесского монастыря, да. Вот. А так, в общем-то, все музыкальные. Дед играл на аккордеоне, но не профессионально. А как ваша сестра вот воспринимает то, что вы вот хором руководите? Ну хорошо, она ваши творческие успехи. Я ее брала, у меня в этом году было 5 беременных в коллективе, ушло 5 человек, стариков. Это какая-то компенсация природы или что. Вот. И четвертый курс студенты выпустился. У меня в сентябре был состав, который не мог спеть то, что я делала там, в июне прошлого года. И весь год, конечно, восстановить программу, добавить новое, подготовиться к конкурсу, год был очень тяжелый. И моя сестра, я беру, у нее высокая очень сопрано, как раз то, что нужно в этом коллективе. А сели, спели. Есть понятие песни, есть понятие такое, что сел за столом, 50 грамм выпил, хорошо, тоже хорошо. Вот. Но есть понятие искусства, это то, что требует не только таланта. В Украине может быть только Джамала и может Тина Кара или звезд, которым покажи нашу партитуру и скажи, спой, пожалуйста, партию первых сопрано, и она споет. Тут каждая партия, тут такие диапазоны, тут техника, и самое главное, должно быть понимание. Я стабильно опаздывала на первую пару, стабильно. Причем, если это было сольфеджио, сольфеджио я знала просто от начала и до конца. И так, то я проводила в коридоре, потому что меня не пускали в кабинет, чтобы не подсказывать другим. Вот, и занималась с личным саморазвитием. То есть я там гитарой занималась, мне всегда было чем заняться. Я работала на проекте «Шоу номер один» в Киеве. Это первая реализация «Битвы хоров», потому что ее купил тогда канал «Интер» в Каннах на ярмарке телевизионщиков. Купили на бумаге этот проект, недорого. И воплотили как «Шоу номер один», 4 эфира, нет, сколько, 9 эфиров было. 9 эфиров они сделали из 12, вот, и потом уже продали за рубеж как реализованный проект за другие деньги, и оно таким образом потом вернулось на другой канал, допустим, на 1+1, и реализация в Украине, она была ужасная, вот, потому что самая удачная реализация этого проекта была в Прибалтике где-то, не помню, Эстония или Литва, вот, и то они выруливали исключительно за счет духовной музыки. Они делали аранжировки, там, Агнус Дей, они брали какую-то классику, чуть-чуть ее видоизменяли и все равно подавали. Потому что иначе, когда берешь Бейонсе Single Lady, ты ничем не отличаешься от Бейонсе и бэк-вокала, который у нее стоит. Ну, вот, потому что настоящий хор – это акапелла. Я могу взять и на балалайке, и на домре даже чуть-чуть, и на сопилке. Нет никаких ограничений. Музыка, она всеобъемлющая. И вот куда душа стремится, там нужно реализовываться. Экстремальным вождением мечтаю заняться очень давно, и как только появится время, я обязательно эту мечту воплощу в реальность. Я не люблю мегаполисы. Вы понимаете, у нас такой город удивительный. У нас очень город талантливых людей. И
жаль, что вот пока не срастается, вот давать этим людям максимум возможностей для реализации вот здесь, и людям приходится уезжать. Мне здесь что импонирует? Небольшие расстояния, никаких пробок, в общем-то. В Киеве, в метро, это ж можно застрелиться в рабочую перевозку. То же самое, когда пробки на дорогах вверху. Москва то же самое. У нас относительно чистый воздух. У нас относительно чистые люди. А вот если бы вы не руководили хором, да, как, чем бы вы занимались? В какую сферу пошли бы? Ну, если не о музыке вообще говорить, то я бы с удовольствием бы, наверное, занялась гонками на картингах или на скоростных автомобилях, вот, типа Формулы-1. Я сама люблю автомобили, и я бы с удовольствием реализовалась в этой сфере. Или же конный спорт, это тоже очень интересно, но содержать дорогую лошадь – это дороже, чем автомобиль, по-моему, даже иногда. А так, конечно, скорость увлекает, да. Из вещей, что вы предпочитаете? Те, что носят все, или все-таки одеваетесь как-то ближе к своему стилю? Мне просто физически не хватает времени этим заморачиваться глобально, потому что мне нет времени ходить по магазинам, выбирать, или даже пойти к швею. Вот я сейчас переписываюсь, и мы сейчас шьем костюмы хоровые. Вот тут мне интересно. И покрой, и стилистика, и все. До себя, честно, не доходит ход. Учитывая то, что хор занимает очень много сил, времени и времени думать. Нужно время тоже думать и сосредоточиться на каких-то нюансах. Ну, вот. Поэтому тут, честно говоря, в быту на себя не хватает времени, потому что у меня есть бытовые проблемы, например, детской музыкальной школы №2. Вот сейчас там заливают ступеньки тоже. Я переживаю, чтобы там все ровненько легло, чтобы этот цемент стоялся. Плюс, то есть мне хватает вот бытовых моментов, связанных с работой. К сожалению, не могу себе позволить работать на одной работе и успевать думать о том, о сём. Ну вот, как-то так. Я очень много, у меня друзей, которые, допустим, в мире моды работают в Киеве. И вот с ними можно всегда посоветоваться. И я их понимаю, то есть, потому что отношение, допустим, к стилю в одежде, это тоже интересно. Но меня это не так, скажем, греет и цепляет за живое, как вот звучание хорового коллектива. Какой фильм или какая книга произвела на вас наибольшее впечатление? Я не помню автора, но книга была о Лаврентии Берии. Да, его записки, очерки, очень интересная литература, очень полезная. Дело в том, что вот я стала директором музыкальной школы, и какой-то навык функционерской деятельности мне сейчас очень нужен, поэтому я стараюсь находить литературу, ну, кроме трудового законодательства, конечно, кроме положения про... Ну, если говорить не о специфической литературе, то вот книга о Берии произвела на меня глубочайшее впечатление. Я понимаю, что сейчас крайне сложная ситуация перераздела, скажем, ресурсов в нашей стране, это понятно. И я очень благодарна тем людям, которые откликнулись. Я благодарна тем людям, которые все-таки, несмотря на всю эту сложность, понимают ценность культуры. Потому что если не будет культуры, ради чего тогда война? Ради чего мы воюем? Если не будет того, что действительно делает один народ, скажем, отличным от другого. У програмі «Просто люди» була людина з потужною енергетикою Тетяна Островська. Чекайте наступні випуски нашої програми і до зустрічі!